I know which way I'm voting. I ain't into no jack-offs or no weeds. Listen to the Funktopus. Make sure you vote. Озвучил Цезаря актер Клифтон Коллинз-младший. Клифтон родился 16 июня 1970 года в Лос-Анджелесе. В начале своей карьеры Клифтон указывался в титрах под фамилией Гонсалес-Гонсалес, дабы почтить память своего дедушки, актера Педро Гонсалеса-Гонсалеса. Клифтон Коллинз является американским актером, продюсером, писателем и режиссером, который, собственно, и предоставил нам голос Цезаря Вилпанда в GTA San Andreas. Он сыграл роли в таких фильмах, как «Хранилище», «Западный мир», «Три девятки», «Рыцарь кубков» и во многих других фильмах. Цезарь Вилпанда – это лидер мексиканской уличной банды «Варьяс Лос Ацтекас». Отличительной чертой Цезаря является то, что его тело покрыто многочисленными татуировками. Проживает Цезарь в районе Эль-Корона. Это жилой район рабочего класса, расположенный чуть ближе к юго-востоку от центра Лос-Сантоса. Он занимается кражами машин и незаконными уличными гонками. Является парнем Кендалл Джонсон, сестры главного героя. Карл сначала холоден Цезарю, но позднее они становятся лучшими друзьями. Страстный любитель скоростных автомобилей и уличных гонок, предпочитает лоурайдеры, машины, имеющие низкий клиренс. Такие машины создаются с целью произвести впечатление, добиться эффектного запоминающегося внешнего вида, благодаря использованию пневмоподвески, а иногда и без нее. В начале игры Свит выражает свое неодобрение к отношениям между Кендалл и Цезарем и посылает Карла проследить за ними. После того, как Си-Джей выиграет соревнование лоурайдеров, Цезарь предлагает ему свою дружбу, и тот соглашается. Карл со временем проникся уважением перед искренними чувствами своей сестры и Цезаря, который оказался на редкость адекватным и справедливым парнем. Знакомство Карла и Цезаря переросло в крепкую дружбу, которая имела очень благоприятные последствия и для Карла, и для Груз Стрит Фэмилис в целом. Именно Цезарь сообщает Карлу о предательстве Биг Смоука и Райдера, показав ему их встречу с начальниками департамента Крэш. После увиденного Карл понимает, что о плане Свита нанести решающий удар по банде Баллас, вероятнее всего, узнал кто-то посторонний, и он мчится на помощь своему брату. Хотя ему и удается спасти жизнь Свита, Карл арестован и вынужден уйти в изгнание, наряду с Цезарем и Кендалл. Их прежние союзники убиты, заключены в тюрьму или ответственны за предательство. Поэтому знакомство с Цезарем перерастает в союз и крепкую дружбу навсегда. Цезарь работает над получением информации об организациях, ответственных за торговлю наркотиками в штате Сан-Андреас, в то время как Карл концентрируется на добывании денег, чтобы помочь ему вернуться на ноги. Цезарь посылает Карла к своей кузине Каталине. После прибытия Сан-Фьера Цезарь работает с Карлом и Кендалл в их гараже и занимается угоном автомобилей. Одновременно он продолжает собирать сведения, а наряду с Карлом планирует напасть на людей, которые перечеркнули их жизни. С помощью Вузи и его китайской банды Триад Цезарь и Си-Джей убивают Райдера и Ти-Боуна Мендеса, а позднее разрушает синдикат Лока, одного из крупнейших поставщиков Биг Смоука. Позже Цезарь помогает Карлу в одном из заданий Майка Торена и затем пропадает до возвращения команды в Лос-Сантос. Позднее, в одной из заключительных миссий, Цезарь окончательно разгоняет туман, окружавший его персонаж. С помощью Карла он мстит членам банды Лос-Сантос Вагас и возвращает назад свой дом и территории своей банды. В миссии «Отчаянный» Цезарь озвучивает свое желание сделать предложение Кендалл и просит Карла поговорить об этом со Свитом. Ну и несколько интересных фактов о Цезаре. Почти все тело Цезаря в татуировках. Дом Цезаря находится сбоку от тупиковой дороги. Недалеко есть дом на продажу. Вилпанда ездит на красном лоурайдере Саванна с номером Los Warriors Aztecas for Life. В бета-версии Цезарь носил черную бандану и черные брюки, а в финальной версии брюки серого цвета. Его внешность, скорее всего, основывается на его голосе, актере Клифтоне Коллинзе-младшего, а также может основываться на другом персонаже Коллинза с таким же именем, Цезарь Санчес,
из фильма 1997 года под названием «187», в котором также есть и Сэмюэл Джексон, который озвучил офицера Темпенни. На этом все, друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии, ставьте пальцы вверх, а также нажимайте на колокольчик рядом с подпиской. Так вы не пропустите новые серии и будете в курсе всех событий на игровом канале Стича. А также вступайте в группу Стича ВКонтакте. Все ссылки есть в описании под этим видео. Ну а с вами был, как всегда, Стич. Всем пока-пока. Enough for you, Cesar. That make me a man? Take more than that to be me. Yeah, then you do it. Come on, Maricone.